Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и это игра Raft. Мы с вами вернулись в эту игрульку, но все же ее ждали, ё-моё. Я сам даже ее ждал, потому что играть в нее одно удовольствие. Приятно, музыка хорошая, акула очень дружелюбная. Давайте мы друг к дружелюбной акуле прям пойдем и сделаем вот так вот. Мы же тоже дружелюбные парни. Но, отлично. Что ж, мы сегодня будем заниматься хорошими и очень-очень нужными вещами. Во-первых, заберем этот остров. Я думаю, уже плод горит, блин. Остров заберем, но сначала к нему надо подплыть, друзья. Потихонечку, помаленьку я буду туда плыть. Ну, а само собой, если вы хотите и вам нравится наше выживание в этой вот игре, не забудьте поставить палец вверх, ну, типа, поддержать видосик, ролик и так далее. Короче, как нам туда подплыть, чтобы не развернуться случайным образом? Это у нас делается очень плавненько, спокойненько, обязательно. Должны быть внимательными к мелочам, то есть акула может нас так цапнуть, что я сам не успею ни это вот не среагировать и останусь без части плота. Но этого нам делать нежелательно. Попаду? Попаду, друзья, да. Такс. Правее, правее, левее, 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 левее. Короче, давайте. Стой, у меня есть это вот. Давай, 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 есть, 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 вообще. Так, чайка, ё-моё, пошла сюда. Короче, начинаются наши приключения. Чаечку мы... А вы, блин, надо было чуть... Вот туда вот, наверное. А я, наверное, смогу, наверное, еще передвинуть плот. Нихера себе, надо здоровая акула у нас. Смогу передвинуть, подниму якорь и этим веслом... Туда прям и подплыву. Но перед этим я смотрю, что у нас есть проблемка. Во-первых, так, кстати, у нас не собирается. Во-первых, нужно апгрейдить наш топорик. У меня топорик сейчас сломается. Видите, как у нас маленькое-маленькое у него состояние техническое. Очень слабенькое. Так, хлам, два хлама и один болт. Болт у нас делается, скорее всего, из металла. Болт один есть. Хлам где-то был, только надо еще вспомнить. Где он? Вот так вот. Смотри. Опля! И у меня появляется еще один гребаный топорик. Что дальше? Дальше давайте мы попьем. Сделаем так, чтобы персонаж чувствовал себя хорошо. Это прям обязательно. И надо глянуть, у всех ли есть вода. Все у нас нормально здесь, да? Это даже можно вырубить. Если не ошибаюсь. Да, это все можно вырубить. Акула, здрасте. Эта музяка закончится или не закончится? Потому что иногда она меня все-таки напрягает. Чуть-чуть. По ресурсам. Давайте кое-что приготовлю себе. Пока мы будем бегать туда-сюда, у нас здесь приготовится с вами хорошенькая еда. Вот так, берем. Вот. И обратно. Я думал, прилетела эта вот чайка. Ты это не напрягайся здесь, поднимайся. Отлично, будет тише будет. Намного тише. Смотри, хоп, хоп. И готовься. Дровишки закинули. Да, с едой у нас все нормально будет. Короче, погнали. Погнали. Нет, 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 нет. Я кое-что заметил. И вспомнил, что это надо вырубить. Пошло отсюда, ё-моё, блин. И ты тоже пошла, иди сюда, блин. Нет, нет, не за это. Не надо мне трогать эти вот штуки. Вообще не нужно этого делать. Не надо, не надо. Это плохое занятие, акула. Это тебя погубит. Там у нас варится, там у нас делается. Тут надо напрячься немножко. Давай, давай. Дай мне кусочек манго. Ну дай же, я хочу сюда посадить манго. Но манго нам не выпало, да? Это что такое? Это пальмовое семечко. Пусть будет. Значит, здесь будет у нас пальма. Вот так вот. Вырубаем вторую пальму. Почему я это делаю сейчас? Да потому что пока мы будем бежать туда-сюда, друзья, у нас здесь будет расти следующая или очередная пальма. Ну или манго там, что у нас выпало. Вижу уже пальмовые семечки. Это вот сделаем вот таким вот образом. Видите, как у нас профессионально все делается. Правда, нужно мне бутылочку сообразить, чтобы не бегать туда-сюда с этими. А когда я успел полить? Ха. Интересно, окей, это выпью. Это собираем. Собираю. Урожай сейчас ставить заново как бы не буду. То есть заново сажать не буду, потому что гребаная чайка мне все съест. Нихера себе у нас качка здесь.
А, нифига себе у нас скачка, кстати, это. Давай. Нет, не успел. Давай, качка, еще. Так, выше. О. Ну, качайся, вперед, вверх, вниз. Не хочешь? Так, вниз пошла. И нихера себе, блин, ну только ближе. Я не хочу сейчас поднимать этот якорь. Чё-то нас не поднимает вверх, какая-то у нас... Нет, окей, тогда свой план все-таки придется осуществить. Так, делаем вот так, это поднимается. Мы плывем обратно. Обратно, кому говорю. Давай. Но... Обратно, я же говорю. А, проблемка, короче, вижу проблемку. Еще ближе. Стой! Нифига не успел, да? Или успел? Так, столько сейчас мне уже не подняться, походу, или как? Не, нам подняться здесь можно. Но я чуть-чуть ближе. Окей, с этим мы разберемся. Туда мы еще дойдем с вами. Давайте вырубим здесь все, что есть. Весло просто сломалось. И плюс к этому надо было парус повернуть назад, чтобы меня немножко это вот еще удержало. То у меня сильно много надо было прям дергаться этим веслом, чтобы весь этот плод, потому что он у нас все-таки не маленький, здоровый, чтобы весь этот плод вынести назад. Так, с Red Flower мне не нужны. Арбузики, кокосики, есть тут какие-то штуки такие полезные, хорошие? Че, прям ничего нет? Я знаю, что я бывает иногда прям их не замечаю, ну да ладно. Сейчас их реально здесь у нас нет. Но зато есть шанс попасть туда, потому что у нас волны сейчас больше стали. Да? Нет? Но не хочет. Хорошо. Сделаем тогда по-своему. Смотрите, как это делается. Во-первых, парус. Во-вторых, разворачиваем его вот туда вот, назад. Как бы, ну типа вот, таким вот образом. И само собой делаем себе весло. Раз. Два. Что у нас здесь? У нас здесь идейка. Учимся, друзья, учимся. Как подплыть. Вот, видишь, как парус у нас повернут назад. И все-таки весло мне надо будет сильно напрягаться, чтобы сделать свои дела. Сейчас успел, отлично. Правда, еще сюда попасть. Вот. Я же говорю, блин, мастер. Вот оно как делается. Вот таким вот образом. Правда, здесь у нас ночи, нифига не видно. А может мне поспать? Не буду спать. Арбузик. Идеально. Редфлауэры, ананасики. Мне бы ананасики, друзья. Чем, кстати, мы будем сегодня еще заниматься? Мы сегодня сделаем с вами компьютер. Мы с вами сделаем монитор. Мы с вами батареечку замутим. И само собой попробуем найти. Ого. Столько вещей, что в меня уже не влезает. Это что было? Это шарнир было. Шарнир выкидывать нельзя. А что из этого могу выкинуть? Да в принципе ничего. Я иду разгружаться. Да, мы сюда уже попасть можем, когда захотим и как захотим. Так что разгружаюсь. Правда, вот куда? Я уже все тут забил. Нужен, походу, еще один ящик. Елки зеленые, все забито. Так, ну окей, шарниры, всякая хрень у нас пойдет. Ага, есть место, есть, отлично. Сюда пластики, наверное, места для них и не будет. Ну, картошечку зато я сюда засуну. Ах, могу вот это вот использовать. Вот это вот, да? Поесть. Да ну? Села чайка. Даст нам эти перья. И что есть у меня? Картошечка. Это мы опять же приготовим. Потом уже свеклу туда засуну. А лишнюю картошечку прям в ящик. Вот так вот. Что сюда еще можно? Сюда можно это. Арбузики вот так вот. Видишь, как у нас освобождаются этой вот слоты. Все очень, как говорится, технично. Правда, места реально нет. Ну, блин, ну давай уже сделаю еще один ящик, что ли. Как у нас они делаются? Хранилище. Хлам 3, веревка. Шарнир 1. Хлам 3, да? Шарнир 1. Хлам... Ну, допустим, сделаем так. Прям 3, прям. Хотя 3 будет, пусть будет 3. Есть. Друзья, видите, как, да? Вот так вот у нас все это и работает.
Мастерски, блин. Реально мастерски. Короче, придется мне перекладывать вот все эти вот вещи, чтобы реально сделать так, чтобы я, если ищу какой-то ресурс, он... Стой. Он должен у нас быть в одном ящике, а не то, чтобы в одном ящике там 100 ресурсов. Это, наверное, плохо. Так, с ремонт не получится, потому что у меня досочек нет. Ну, ничего страшного. Сейчас я сначала должен все выложить. Я вижу, здесь можно засунуть. Ну все, короче. Более-менее место я себе сделал. Как раз время пришло. Давай. Вот так. Отлично. Рубим дальше. Пока у нас ночь, спать я не очень-то хочу, потому что когда мы спим, у нас все ресурсы тратятся. То есть персонаж все-таки чувствует проход этого всего времени. И он голодает, и всякая вот такая вот хрень случается. Это нам ни к чему. В это вот время мы можем еще заняться полезными вещами. Угу. Ищем. Смотрим. Что мог я пропустить? Я обычно могу пропустить всякую хорошую штуку. Все? Нормально все? Ничего не пропустил, да? Yellow flower. Это там цветочки какие-то нужны были. Красные вроде бы для компота или что-то типа этого. Все. Здесь мы разобрали все, что можно было. Теперь, что у нас по времени? Где у нас луна? Сейчас будет утро. И мы с вами замутим какой-то апгрейд плота. Ресурсы вроде есть. И придется этим заняться. Все, короче, более-менее разложил все, что можно было разложить. И можем сейчас заняться своими нормальными такими повседневными этими, как его, вещами. Секундочку, сейчас я кое-что здесь сделаю. Чайка там делает все, да? Сказали, кстати, что убрали функцию чайки. Она уже эту... яйца уже не откладывает, только перья дают. Это немножко печальненько, но все-таки разрабы видят это именно так. Собираем. Отлично. Что дальше? Что у нас дальше? Это сюда. Ждем здесь урожая, потому что у нас свеклы уже вообще нет. Я уже все использовал. Сделать бы гриль сейчас. Даже не знаю, даже секунду. Это вот я сюда выложу. Кокосики сюда. Не надо мне сейчас держать все в инвентаре. Мне это не нравится, когда у меня такой вот бардак. Ну, бывает такое, но все-таки. Но все-таки мне это не нравится. Где-то у нас семечки были. Вот семечки. Это мне. Видишь как? Не все выложил. А я-то думал, что все. Отлично. Сейчас у нас плюс-минус порядок. Плюс-минус, друзья мои. Все? Все. Короче. Что мы делаем сейчас? Мне нужен апгрейд плота. Мне нужно сделать антенну. Гребаную антенну. Для этого мы берем все ресурсы, которые есть. То есть пластмассовые ресурсы. Так, пусть будет это здесь. Пластик. Сюда, да, под этой. Вот. Ну, обычно пластика тоже много на это все идет. Поэтому все почти что 50 на 50. Сколько дров, столько и пластика. Плюс-минус, да? Все. Что мы делаем? Что мы делаем? Где у меня будет антенна? Антенна, скорее всего, будет где-то сзади. Значит, мне нужно... Я заметил тебя. Сломает, да? Не, не сломает. Не успела. Чё ты там грызешь? Пошла сюда. Ушла отсюда. Делаем, во-первых, основание. Немножко расширяемся. Чуток. Середина у нас где будет? Но обычно у меня середина, как бы я стараюсь, чтобы она была вот здесь. Но я вижу уже, мы отошли от середины. И середина у меня получается, сейчас я посчитаю даже где. Сколько этих? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Даже так, даже, да? Семерочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот у нас середина. Если я не ошибаюсь, да? Да, вот у нас серединочка. Это у какого ящика? Между этими. Хорошо. Каюту делаем, чтобы вы понимали, что я сейчас буду крафтить. Как мы не крафтить будем, мы будем прямо это строить. Мы с вами замутим каюту. Да, у нас плод будет длиннющим. Очень прям длинным. Но на то мы это все дело собирали. На то, чтобы у нас было красиво. И прям чуть не ли превосходно.
Может, подниму его повыше? Кстати, секунду, я же могу... Нет, здесь сверху я этого делать не буду. Давайте все-таки каюту сделаем прямо повыше. Да, я хочу, чтобы каюта была все-таки выше, чуть выше. Парус мы поменяем по-любому. Так, для этого нужны столбы. Столбы, столбы, столбы. Гвоздь, гвоздь, гвоздь. Хорошо, сейчас подумаем. Гвоздики, гвоздики у нас были, как бы гвоздики, но... Мне кажется, очень много гвоздей у нас уйдут. И уйдет. Или лесенку. Сначала начать с лесенкой. Я просто не знаю. Сейчас посмотрим, как бы придумаю, как это у нас работает. Вспомню, скажем лучше. Нет, в каюту надо попасть сбоку. Или с середины. Так, ушла сюда. Уйди, 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 уйди. Не мешай мне тут строить. Я как бы думаю. Или сделать две лестницы по бокам? Мешает. Сейчас я тебя уберу. Как его убрать? Не положить. Убрать я могу? А, убрать X. Есть. Убираем его, он мне мешает здесь. Спальник. Наверное, временно сюда. Тебя тоже могу убрать, да? Да. Можем. Хороший такой интерес у нас будет. Апгрейдик. Но думаю, так пойдет. Вот так вот. Пока что одну лестницу сделаем. Потом еще сделаю с другой стороны. Вот отсюда вот, да? Или сделать прямо сейчас прям. Сколько это стоит вообще? Одна лесенка. 6,3. Ну, немного. В принципе. Такого размера вопрос. Мне хватит каюта, а? Я думаю, все-таки хватит. Теперь. Что нам нужно? Нам нужно уже столбы ставить. Если не ошибаюсь. Да, уже нужно столбики замутить. Это значит, тут будет один. Учимся вместе с вами строить. Вот. Да, один столб для четырех покрытий, да? Да, отлично. Тут у нас продолжения нет. Хорошо, а значит, нужно продолжить. Сейчас сделаем пошире. Это вот так, вот так, вот так, вот так. Так, с каюта верхняя будет у нас какой величины? Фиг его знает. Ресурсы у нас уже уходят, это очень плохо. Так что пока будет именно так. Тебя, наверное, я сюда поставлю. Где? Кто? Как ты могла, блин? Чайка, негодяйка, а? Отлично. Все работает. Все работает, правда, сюда мы ничего не поставим, так как нужен все-таки еще один столбик. Смотрим. Две поверхности, это мало. Мне нужно как минимум 3 или 4, то есть 3 потолочка. Опять берем столбик. И тебя мы в данный момент ставим прямо в край. Опасно. Опасно. Мне кажется, если акула сломает этот вот участок, упадет все, что я там поставил. Это есть немножечко опасно. Но ничего страшного. Мы справимся с опасностями. Ну, ставься. Вроде так. Сюда нужен еще один. А, что ты не хочешь? Опля, у нас досочки-то уже все. Досочки-то уже как бы уходят. Вы так быстро растете? Раньше это проходило чуток медленнее. Мне кажется, или это мне реально кажется, или фиг его знает. Так, сдай мне. Не-не-не-не-не, даже не вздумай. Даже и не вздумай. Вот видишь, как она уже все-таки вздумала. Короче, у нас есть возможность сейчас, так как акулы нет, это у нас останется на потом, есть возможность поплавать за ресурсами. Секундочку. Блин, я только набрал себе ресурсов. Сейчас, секунду. Давай сделаем вот так, поплаваем за ресами. Это я возьму потом. Но, вот так вот. Все, я пошел. Акулы нет, это самое время для того, чтобы сплавать сюда. Взять, короче, всякую нужную и ненужную хрень. Металлов, в принципе, надо побольше. Давайте мы все-таки нырнем за металлом. Блин. А, она тонет еще. Вот, кислород-то у меня заканчивается. Баллон надо было сделать. Это у нас будет медь. Для проводов тоже сойдет.
Да. Ну, как убрать, друзья мои, кто знает, как убрать из рук любой инструмент, который у меня сейчас есть. Я знаю, что только можно освободить себе вот таким вот образом инвентарь. Только тогда у нас это будет осуществимо. Сейчас это, к сожалению, нихера не работает. Это я выкину. Так, с акулу пока нет. Идем, 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 идем. Это тоже нужные вещи. Нормально, нормально. Забираем. Камни не нужны, в принципе, песочек, может быть. Хлам пока не нужен. Так, хлам не нужен, да. Плаваем, плаваем, плаваем. Да, водоросли нужны. Обязательно. Какой-то клад здесь есть? Не вижу. Собрать, 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 собрать. И наверх. Появляется проблемка. Сейчас мой персонаж захочет пить, кушать. Вот, он уже хочет пить и кушать. И когда акула появится, это нас затруднит. Давайте. Тихо, четко. Этот, неопытный. А ну-ка быстренько сюда. Где кружечка? Вот она кружечка. Где вода? Вот она вода. Не напрягайся, все нормально, что ты паришься? А, что могу я покушать? Давайте кокосик поедим. Пока что. Да не начинай там это вот. Животик что-то там его напрягает уже. Не нравится ему, видишь ли. Короче, собрали немножко ресурсов, акулы. Наверное, еще нет. Все? Я успею еще раз туда сплавать? Да. Я успею. Какой-то другой... Это что, добывается? Нет. Что могу я еще тут найти? Хорошо, пока ничего. Блин, надо было баллон все-таки сделать. Немножко металла есть. Опять метальчик. Вижу клад. Вижу клад, но надо подниматься. Надо, надо, надо. Хм. Да, там чаечка уже что-то жрет. Негодяйка, а? Где он был? В смысле? Я думаю, я видел клад. Не? А, есть, 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 есть. Все есть, все есть. Это у нас хор... Так, 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 так. Ё-моё. Нифига себе, как говорится, да? Что хорошего? Метальчик? Нет, это не металл. Наверх? Блин, надо убрать, иначе... Отлично. А мы тонем. По чуть-чуть-то мы тонем. Все нормально? Нормально, акулы вроде нет. Еще раз нырну за водорослями. За водорослями, потому что именно они нужны нам. А сверху ничего не берется? Нет, сверху ничего не берется. Я... Предыдущий остров лутал, да? И там нифига такого не было. Очень мало водорослей было. Но нам для бутылки вроде бы они нужны. Для ласт и даже для нашей кислородной маски. Тоже нужны. Окей. Все, всплываем. Пока что пойдет. Мы еще от этого острова еще отплывать не будем. Пока я не дострою этот гребаный плотик. Гребаный плотецкий. Мне нужно что-то приготовить. Еду. Это выросло? Да, есть. Не-не-не, только две штуки туда ставить нельзя. Мне нужно дальше это вот сажать. Убери. И сажать. Так, что я могу поесть? Картошку. Временно, так, ты пошла отсюда, не мешай. Блин, надо, здесь все надо разложить так, чтобы было удобно. Очень удобно, все, что у меня сейчас вот лежит, это полный бардак. Я понимаю, что вначале там неудобно, туда-сюда, надо все быстренько сделать. Но сейчас уже пришло время, когда нужно это все раскладывать, как говорится, по полочкам. Какие семена у нас есть? Манго, пусть будет манго. Давай. Ставь манго. Что я сделал сейчас? Ага, понял. Вот это вот я сделал, да? Отлично. Тут вода есть, там вода есть. Тут у нас нифига не растет, потому что, блин, гребаный это вот... Эх. Чайка. Негодяйка. Она все сожрала, а? Вот так вот, дружи с чайками называется. Все. Все растет. Нифига не видно. Блин, кушать надо. Кушать. Что я могу пожарить? Я могу пожарить вот это вот. Я понимаю, что нужно сделать гриль, но сейчас мы его сделаем. Это пусть жарится, как раз чуток мне это поможет. Но пока это жарится, я смогу кое-что здесь поесть. А поесть мне, наверное, поможет манго. И это много будет. Раз. Видишь, как манго помогает. Отличный продукт. Теперь тебя ставим обратно.
И забираю весь свой хлам. А знаете что? Здесь сидеть мы не будем. А все, что там будет, как мы найдем и на других островах. То есть, давайте мы отсюда поплывем, потому что я обычно строю. Есть проблемка. Сейчас покажу вам. Во-первых, не нравится, что у нас ночь. Давайте все-таки посмотрим, какие у нас ресурсы уйдут. Да, слева. Немножко персонаж проголодался. Все, уплываем. Да, уплываем, отлично. Потому что, объясню почему. Мы, когда строим, я вот, да, строю, то ресурсы тратятся. А если я буду плыть, они будут собираться вот в эти вот сеточки. Это будет круто, потому что дерево, пластмассики всякие нам нужны обязательно. Но, видишь, как уже собираются. Но нам нужна сеточка. Сеточка, отлично. Еще одна сеточка, минимум еще одна. Это у нас прям... Да, прям вот здесь. Отлично, раз, два, три, здесь у нас есть. Так, ушла, ты где? Уйди сюда. Ё-моё, как же все быстро у нас растет, а? Очень все быстро здесь происходит. Мне еще писали, сказали: ты уже заколебал бегать туда-сюда, как с батарейкой в жопе, блин. Нет, ребятки, тут иначе ничего не успеешь. И, как говорится, ничего не сделаешь. Как вы хотите увидеть весь этот контент, если я буду все делать медленно? Да ну, серьезно, уже можно собрать? Нормально. Какие вы шустрые. Только не за сетку. Отлично. Сразу производится ремонт. Где-то у меня еще была вот... Видишь, там был ремонт, да? А я успел там сделать? Смотри, досочки, видишь как? Попадает прям в сеть. Идеально. И бочка куда-то попадет, надеюсь. Сетка есть? Есть. Вот именно об этом я вам и говорю. Такс. Что я там делал? Здесь сажать надо. Да. Здесь надо сажать, надо все еще вспоминать. И помнить, что ты делал. Чем заниматься надо. И все это будет. Такс, это еще рано. Это можно. Так, секунду. Видел бочки. Это попадает, иди сюда. Это не попадает. Есть, успел. Там еще бочка плавала, где она? Нормально все. Чего их так много-то? Сейчас, ребятки, все сделаем. Все сделаем, то есть мы с вами замутим по-быстренькому. Иди сюда. Не, бочки пропускать нельзя, это очень важные ресурсы. Их очень много, сейчас мы там продолжим. Потому что, блин, я не могу это пропустить. Надо больше сеток, чтобы ничего у нас не пропускалось. Воу. Нормально. Я думал, у нас как бы это так не работает. Но все-таки работает. Что по идее? Ты еще не прожарилась? Нет, чайка ушла сюда. Бочки, 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 бочки. Итс. Вот так. Ай, не-не-не-не-не-не-не-не. У нас плотик на парусе. Нельзя так. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Опля. Стой. Чека, не кусайся. Да твою мать. Стой. Ох, меня чуть не убили, блин. Чуть не убили. Еще один укус, я бы его не выдержал. Все, пусть собирается. Я пошел, это капец, блин. Ты готовься-то, быстро. Готовься, кому говорю. Картошку такого, пока, съем. Так, с ресурсами есть. А с ресурсами проблем нет. Гвоздики. Гвоздики, иди сюда. Ага. Вот так. И вот так, отлично. Блин, если мне начнут грызть столбики, то это все. То это будет конец. А тут пластмасс даже не нужен, даже, да? Нормально. Тут даже пластики не нужны. Вот вам и платформа каюты готова. С двух сторон я могу подняться. Прям как на корабле, реально. Да. С двух сторон. Отлично. Что дальше? Дальше. Здесь у нас будет смотровая. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Середина будет у нас. Раз, два, три. Вот сюда, короче, будет, да? Тут должен быть столик, друзья мои. Сейчас мы с вами приготовим какой-то столик. Вот он, стол. Готовим. Сюда давай. Нормально так пойдет, не?
А, там еще стена должна быть. Кстати говоря, да. Если там стена должна быть, надо подумать. Так, где у нас стеночки готовятся? Что я понимал? Вмещается все куда? Пошла отсюда, у меня тут этой свеклы, блин, очень мало. Очень мало. Стеночки, наверное, такую, наверное. Или такую. Половина деревянной стены. Не, пусть будет нормально вот такая вот стена, блин. Не, это много, это много. Слишком высокая. Скорее всего, вот так вот пойдет. Раз, два, три. Здесь и здесь. Ну и типа здесь посередине должен быть стол. Ну как бы середина. Вроде бы как. Да? Нормально. Теперь важный вопрос. Мне нужно пожрать. Очень важный вопрос. Идем кушать в медленном таком вот шаге. Взяли и покушали. Потом взяли и попили. И раз я уже здесь, сделали вот так и вот так вот. Шикарно, я же говорю, шикарно. Что здесь у нас? Два предмета. А, дай мне пройти. 4, вроде 10 максимум, 5. Это все собирается? 7, там уже надо собрать 7 и 10. Нихера себе. Вместится. Место еще есть? Есть, вот об этом я и вам. Так, что-то я выкинул, да? Нет, нормально. Об этом я вам и говорил. Я тут всякую хрень делаю, а у меня ресурсы все-таки прибавляются. Продолжаем. Нам нужно что? Компьютер. Или монитор, как он там называется. Сейчас мы глянем. А где это у нас делается? Сейчас. Или я уже пропустил? Вот, батарейка. Сначала батарейку надо сделать. Медный слиток. У меня есть такие штуки? А где монитор? Микросхемка. Ага, это еще у меня не изучено даже, мне кажется. Такое ощущение, что это у нас... Не, все выучено. А где экран делается в таком случае? Приемник ловит радиосигналы. Хрен с тобой, давай сделаем сначала микросхему. Она из сокольяна делается, медного слитка и пластика. Стой. Нельзя так, акула. Ты малость тут у нас все попутала. Островов нет нигде. Не, нормально. Сок лиан у нас был здесь. Иди сюда. Медный слиток у нас тут. Да, блин. На что тебя заменить-то? Да давай вот так вот времена. Делаем раз. Ай-яй-яй, места не хватает. Ни во что-то не упираемся, нет. Отлично, все. Пока что выкидываем сюда. Пока что. Это все я подниму. Эй! Где схемка? Вы че, блин? Стой. Дорогая схемка. Нельзя так, очень дорогая схемка. Иди сюда. Да, пошла в задницу. Где она? Схемкин. Ко мне. Акула ща глянет. Прям на нас, смотри. Пойдет прям на нас, прям. Но мы не сдаемся. Один укус, как бы это не смертельно, поэтому нормально все. Оп, есть контакт. Микросхемку взяли. Ты плыви дальше. Собирай ресурсики, собирай. У нас все отлично. Все идет по плану. Все. Одну микросхему. А, две даже сделали. Я ее уже изучил, если не ошибаюсь. Блин. Да. Уже изучил. Дальше. Для батарейки. Вообще, нам вообще микросхема нужна была? Нифига не нужна была. Где монитор? Почему я его не вижу? Так, чтоб там островов случайно подруги не было. Вот! Приемник, блин. А где он был? Тут? Офигеть. Шарнир один, микросхема есть, все ресурсы есть, отлично.
Да, бери две штуки. Есть. Антенна. Микросхемка еще. Болты. Иди сюда. Хлам тоже есть. Антенн надо, мне кажется, три. Поэтому хлам к себе. Болты есть, и микросхем надо побольше. Раз. Два. Готовим. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, а то опять, опять упадет, опять упадет, 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 упадет. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Забираем. Островов нет. Сколько антенн я сделал? Одну. Две. Если не ошибаюсь, три надо. Три антенны. Отлично, и батарейка нужна. Батарея вроде не делал. Вот, все есть. Так, что мы что-то там не профукали? Я пущу просто якорь. Спущу его. И давайте попробуем. А, блин, стол-то чуть не лета не нужен был. А, это у нас монитор. Давай я тебя уберу. Место есть у меня? Есть. Столик, ты меня извини. Это я вот так вот уберу, прям в свой инвентарь. Есть, есть. И сюда поставим наш... Ты крутись. Крутись. Во. Серединка где? Нормально? Нормально. Если что, поменяю. Стеночку сделаю побольше. Хорошо. Это есть. Дальше. Тебя куда? Сюда, я просто забыл. Есть контакт. Опля. Нет подключения. Отлично. Выключаем, потому что это у нас тратится. Теперь нам нужно три антенны. А, где-то по сторонам на тот же... Блин, ну я уже заколебался кушать. Ё-моё, сколько тебе надо кушать? На тебе картошечку, покушай немножко. Да, вот так вот. Да, дай пройти. Раз. И картошки больше нет. Тут то же самое, да? Два. Сейчас соберем. Берется, берется. Сажается, сажается. Картошечка, ты где? И картошечка тоже сама у нас сажаться будет. Есть контакт? Есть контакт. Я балбес. Я реальный балбес, потому что я посадил весь... всю эту... свеклу. Да? Всю прям? Ну давай. Ладно, так уж и быть. Сейчас мы еще побьем. А тут не вариант вот так ходить. Туда-сюда и всегда... Да, бери, бери. Это пей. Это мы тоже пьем. Это мы сюда. Короче, повседневные вот эти вот нюансы меня немножко вымораживают. Беги туда, сделай это, сделай то, чтобы... Так, это мы успеем. Это туда, туда залить воду. Здесь нам тоже надо вырубить все. Короче, куда ставить эти антенны? Более-менее поправил себе состояние. Да я не хочу прям в доме прям. Я реально не хочу прям в доме. Не-н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 е. Нельзя. Плохая акула. Совсем плохая акула. Иди сюда. А, прям в доме мы не хотим. Что по идее? Мне опять надо будет пожарить тогда акулу. Так, пусть так оно и будет. Жарься, жарься, жарься. Мне нужно быстренько все сделать. Как бы успеть. И время зря не терять. Стой. Отлично. Видишь, как у нас дела все-таки быстренько двигаются. Туда-сюда, туда-сюда. Надо все успеть, все сделать. Поспать. Знаю, что тратятся ресурсы, но ничего страшного. Опля, нихера себе у нас ресурс не то, что потратился, это капец. Почти что сдох. На, покушай. На. Манго, для чего ты все-таки этот манго делаешь? Для того, чтобы кушать его. Короче, чтобы сделать антенну, чтобы поставить, я ее, наверное, опять же расширю. Да, а, это столбы нужны. Блин. Ну это вот уже неприятненько. Не хотел, чтобы они были прямо у нас здесь на базе. Ну, в смысле, в доме. А я их могу же передвинуть, да? Повыше их ставить вроде бы как нельзя. Если я сюда поставлю, есть? Будет работать? Будет. Да, антенна один работает. Хорошо, тогда. Тогда
мы возьмем и, наверное, сделаем еще платформочки для антенн, друзья мои. Да, все верно, правда. Мне нужны гвоздики. Да, нам нужны гвоздики. А гвоздиков у нас больше нет. Поэтому мы берем... А, хлам у нас есть. Хлам у нас есть. И столб будет здесь. Да? Погоди. Там столб. Тут столб. Как бы, наверное, здесь получше будет. Не, стой. Там столб стоит. Короче, неважно. Я его сюда поставлю. Тут столб будет. Через один квадрат. А здесь он, в принципе, не нужен. Да, здесь он не нужен. Я могу сюда поставить для фэншуя. Вот это дело. Вот так вот. Тут антенна будет, смотри. Я эту антенну перемещаю. Убрать. Как тебя убрать? На X. Забрали. И ставлю тебя... А вот так вот. Провода эти не нравятся, но что поделаешь. С проводами, без проводов. Понятно, что лучше, но никак иначе. Никак. Досочки-то заканчиваются. Где потолочек? Ой, что-то не туда ее ставлю. А, где он, чтобы по фэншую было все? Это по этой линии, да? По этой линии через... Да, прям за лестницей. Прямо за лестницей. Ну-ну-ну-ну, давай. Так. Вроде так. Прям за лестницей. Да, отлично. Хочу сделать так, чтобы было все красиво. Чтобы все у нас было прям чики-пики. И одну антенну прям в задницу поставим. Вот сюда вот. Или спереди. Не, спереди не хочу. Спереди я не буду. Не буду и все. Раз, два, три, четыре. Правда, здесь если сломают, это будет плохо. Это будет печальненько. И... Отлично. Пойдет. Друзья мои, антенна номер 3 будет находиться прямо вот здесь. Очень симметрично. Симметричнее не бывает. Понимаете, да? Есть. Мы с вами нашли радар. То есть, или большой остров, или какую-то другую хрень на радаре. Потому что большие острова, где находятся и животные, и все, что тебе надо, да? Очень большие, прям реально гигантские. То, что мы сейчас видели, это у нас было полное говно. То есть маленькие такие острова, начальные. А только с помощью этого радара мы с вами сможем найти большущий островок. Прям большущий. Или база какая-то будет, или реально большой остров. Так что на этом мы заканчиваем, друзья мои. Я, как и обещал, сделал симметрично более-менее. Здесь надо будет каюту как бы там обустроить, сделать так красиво, чтобы все было. И... На следующей серии мы поплывем к этой вот точке. Так что, если вам все понравилось, не забываем поставить пальчики вверх. Не забываем подписаться на канал. И, само собой, добить акулу. Стой. Раз. Два. Отлично. Так что, друзья мои, как я уже вам и говорил, чем больше лайкосов, тем больше видосов. Всем удачи и всем пока.